Шалом, шалом! И с вами я, Леви Харпатин, ваш спикер нашей платформы Вайкра, с моей рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». И сегодняшняя наша тема – награда за верность. Когда Яков почувствовал, что скоро вернет душу Творцу, он попросил привести к нему Йосефа. И сказал он: «Йосеф, сын мой, не хорони меня в земле египетской, ибо сделают египтяне мою молитву как место для жертв и поклонения, потому что именно благодаря моему благословению закончился голод в стране египетской». И Йосеф сказал: «Да, отец, ты будешь похоронен в стране ханаанской». После этого, спустя определенное время, Йосеф подвел к Яакову своих двух детей, Эфраима и Манаше, и сказал: «Отец, дай нам последнее благословение». Яков дал благословение на род, на продолжение, на счастье, здоровье и на все абсолютно благословения не первенцу, а другому сыну. Йосеф сказал: «Отец, ты перепутал, ты положил руку не на ту голову», на что Яков ответил: «Йосеф, ничего я не перепутал. Именно этот ребенок станет главой новых поколений. Именно он станет завоевателем. И именно он поведет за собой другие народы». Тут мы видим пример того, насколько святые принципы важны для Якова. Так давайте же, чтобы наши принципы и речения наших уст нравились Всевышнему, и мы их соблюдали так строго, как Яков. Благодарю за прослушивание. Всем браха вацлаха. Счастливой и удачной недели.